13 февраля 2022 год, Харьков. Так, время у нас 6 часов 17 минут по Киеву, в Харькове. А это Марс. Ждал я вообще-то. Меркурия к нашей парочке Венеры и Марса, но явно Меркурия мы не увидим. Дымка какая-то на горизонте присутствует. Не дает нам его увидеть. Но зато мы уже практически при дневном освещении можем понаблюдать Марс. Да, 313 миллионов километров, это перебор, конечно. Очень далеко. Просто красное пятнышко. Наша Венера. Ах ты моя хорошая. Ха. Великолепно. Так, это сейчас ISO. Да что ж такое? ISO 400. Уменьшаю выдержку. Как хорошо. Это лучше, чем когда в абсолютной темноте снимал. Сейчас мы, наверное, дождемся момента, когда на ISO 125 можно будет поснимать. Ну, в общем-то, видно, что свет уже абсолютно дневной. Это даже уже не сумерки, предрассветное. Ну вот, к сожалению. Облачко на горизонте есть, поэтому Меркурия мы не засекли. В этот раз. Давно уже никаких звезд не видно. Марс мы тоже можем видеть только благодаря оптике приближения фотоаппарата. А вот Венера визуально наблюдается на небосводе совершенно четко и никакое встающее солнце не мешает
Так, ветерок нам камеру колышет вместе со штативом. Ну, в общем-то, вполне себе Венера опознаваема. 62 миллиона километров до нее. То есть практически втрое ближе, чем до Солнца. Хорошо, подождем еще. Февраля 2022 год, Харьков, 6:23 по Киеву, Харькове.